Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. Мы продолжаем играть в черепашки-ниндзя-легенды. У нас закончился турнир, и мы забираем свой приз. Так, ну что, мастер одна звезда, да? Я остался в этой лиге. И давай посмотрим. 8400 сюриков. Так, 40 ДНК на змею Карай, 90 золотых осколков и 55 платиновых. Так, и здесь тоже забираем свой ревард. Быстренько в магазин. Давай посмотрим, мутагеноид, ага, понятно. Так, задания у нас все пока в откате. Пока они будут перезагружаться, перезаряжаться. Так, у нас на осколке турнирная арена, у нас будет разыгрываться Бибоп. Погоди-ка секунду, а он мне вообще нужен? Вау. Так, Ксевер Монтес и Джастин готовы получить у нас золотой ранг, судя по всему. Так, секунду, я хотел посмотреть про Бибопа. Вот он. Ну что же я могу сказать, эта неделя нам также, в принципе, не нужна, потому что Бибоп у меня имеет 5 звезд. Единственное, что нужно, это платиновые осколки, и все. Так, ну что, с вашего позволения, наверное, я все-таки проапаю Ксевера Монтеса, потому что, когда я раньше делал голосование, многие голосовали именно за него. Так, мне хватит всего там 9000 сюриков и 330 золотых осколков, да? Поднимаем ему ранг. И он получает у нас 4 золотые звезды. Так, жалко, конечно, что уличный стиль пока не открылся у нас. Ну да ладно, ничего страшного. Так, ну что, он у нас проапался, мы поднимем ему уровень. Один, пока хватит с него. Так, у меня очень много ДНК лишнего. Давайте, наверное, все это быстренько разбомбим. Так, у Майки, я смотрю, тут 140 сюриков можно получить. Так, у Криса Брэдфорда 35, у Донателло аж 280. Так, о, у Змея Карай дает нам 2800 сюрикенов. Нейтрализатор 70 сюриков выдаст. И, по-моему, все. По-моему, все. Хотя нет, Мондагека имеет 4 излишних ДНК. Так, а вот теперь мутагеноид. Ну-ка давай, бомби. Ну, а вроде бы все, да? Лишнего нигде ничего не завалялось. Ну и слава богу. Ну что, ребята, как всегда, по традиции, в первый день, в понедельник, мы с вами будем проходить турнирную арену. Так, испытания. Ну, елки-палки, ну почему Армагоша? Нет, конечно, для вас, друзья, у которых нету Армагона еще, это очень замечательный, как говорится, смысл пройти это испытание и получить Армагона, ДНК, по крайней мере, на него. Ну, вы знаете прекрасно, что у меня он уже есть, вот он. Тем более он в платиновом ранге, то есть он имеет, ну, полную прокачку. Единственное, что нужно ему сотый левел поднять. Но, как вы понимаете, это очень долго. Откуда Лео? А, у Лео навык. Слушай, да, надо же нам прокачать ему вот этот вот на седьмой последний ранг. Вот, ребята, ступень седьмая, поэтому так ему надо будет теперь бомбить по чернаку. Выше уже никак не прапать. То есть мы достигли с вами последней ступени. Хотелось бы, конечно, вот это вот. Ну смотри, 11 этих знаков. Плюс 6 вот этих вот масок нужно. То есть тут дофига чего надо. Ну я просто буду представлять, как он вжахает, да? Вот этой вертушкой своей, прокачанной по максималке. Так, ладно, не будем отвлекаться, наверное, да? И, ну, осколки. Тут всего лишь 4 уровня, давай посмотрим. Давай посмотрим. Естественно, я своей имбой. Сейчас мы это быстренько с вами заработаем. Ну, осколки всегда нужны. Тем более, вы сами видели, серебряные и золотые улетают у нас только в путь. А так как Бакстер Стокман здесь будет ватный, единственное, где нам придется немножко попариться, это, наверное, на последнем боссе. Ну и то, опять же, не факт. Мы обычно его вырубаем с помощью накладываем на себя вертушку, точнее не вертушку, а уклонение от майки. Мы становимся с вами уворотливее, да, и после этого, конечно же, разбираем Бакстера Стокмана. Ну и сейчас проверим, прокатит ли наш такой вариант. Ну, 40 уровень, естественно, здесь для нас он никакой сложности не представляет. Мы его сейчас быстренько шлепнем здесь.
и не поморщимся. Так, двигаемся с вами далее. Это мы играли сейчас за серебряные осколки. Сейчас будут у нас золотые. 8 золотых и 16 золотых. Это уже в самом-самом конце. Так, погнали. 60 уровень у Стокмана. Естественно, тут, наверное, на пару ударов. Нет, ну если бы, например, Лео ходил бы первым, да, я думаю, одного проникающего удара было бы ему за глаза. Смотри, что он сделал, а. Он сделал отравляющую волну. Ну-ка, вот смотрите, пробьет или нет? Слушай, чуть-чуть не хватило. Ну-ка, вот так вот. Да должен упасть. Должен упасть. Ну и последний, заключительный с ним бой. Почему лучше всего сразу сделать? Потому что можно забыть, да? Как обычно, мы проходим с вами лигу, ждем следующего дня. А это испытание, бац, и проходит. Соответственно, мы с вами теряем очень много осколков. Это непозволительно. Так же, как и телепорты, когда разыгрываются, и жетоны. Надо всегда это делать. Так, ну что, давай Бакстер Стокман посмотрим. Смотри, что делает, а. Сразу же по майке бомбит. Потому что он самый слабый в этой команде. Так, давай-ка начнем вот с этого вот удара. Четверть хп уже отобрали. Вызывают маузеров. Угу. Ответочка. Так, давай попробуем постепенный урон ему повесить. Хорошечно. Теперь захиляемся. Потому что, ну, нету смысла майки бомбить. И вертушка. Упадет, нет? Ну, почти упал. Так, он опять свои ракеты. И все, ребят, постепенный урон его все-таки бомбанул. Так, ладно, со осколками мы с вами разобрались. И теперь уже идем на лигу. На лигу. Не будем, наверное, мы с вами тратить здесь наши откаты. Потому что нет смысла. Здесь у нас космические странности. Здесь день Донни. И платиновая, негодники. Опять уже будут эти разыгрываться, да? Судя по всему, вот эти эмблемки. Хорошо, посмотрим. Ну, а теперь вперед, как говорится, в бой. Кстати, у Усаги я прокачал, друзья мои, пассивку за честь на 6-ю ступень. То есть теперь у него все прокачано. В бой, да? Ну что, посмотрим. Так, Данте, Сергей, Маурицио. Вот так вот. Ну давай Серегу возьмем. Возьмем Серегу. Тут у нас 14 уровень. Максимальный. Для нас это, естественно, ерунда полная. Потому что у нас 2 Рокстеди и 1 Бибоп. Так, ну я думаю, что надо начинать с Лео. Давай вот так вот. Вот самое удивительное, что мы его все равно не подбиваем с первого удара. Хотя мы 30 уровня, да? А он всего лишь был 14-го. По идее, мы должны его вообще с удара валить. Но нет, не тут-то было. Ладушки, пошли с вами. Куда перейдем? Да, воин 2 звезды. Поехали. Так, Арслан, Дрю и Ноунейм. Ну давай Арслана возьмем. Тут я уже вижу 18 уровень, уже максимальный. Опять же, для нас это ерунда. У нас будет Лео, Донни и Рафаэль. Такие бегут, сломя голову. Ну что, поехали. Начнем, наверное, с мухи. Хопа, минус. Так, теперь Бакстер Стокман. Люком. Так, отлично. И нейтрализатор. Бумс. Сопротивление у нас большое. Так что все хорошо. Друзья мои, ну что, подбили мы его. Вторая каточка у нас хорошо прошла. И двигаемся далее. Двигаемся с вами дальше. Воин 3 звезды. Уже хорошо. 90-я позиция. Так, Адриан, Патрик и Николай. Ну, естественно, берем Николая. Что-то как-то быстро враг набирает темп. Уже 25-й уровень. Что-то как-то мне это не нравится, если честно. Недавно были 12 уровни, да? А теперь уже 25. Так, начнем с Лео. Бомбочку вообще бросим. Да, это массовая атака, хоть и слабая. Так, дальше, наверное, из бластера.
Все еще живет, а? Хан, хорошего делаться. Ничего себе ты даешь, парень. Так, минус лево, надеюсь. И массовая атака от Рафаэля. Так, собрал, бросил. Минус еще один. Постепенно урон даже повесил. Ничего себе. Ну все, мстим. Минус, да? Минус Дони. А вот нейтрализатор, да, еще живет. Ну, добиваем его. Пока все хорошо, все идеально. Ничего, как говорится, не стоит переживать. Со всеми врагами мы справимся. Так, ничего себе, мы уже с вами в элите. Это мне нравится. Так, Ярослав, Маркус и Ислам. Абсолютно одинаковые уровни. Ну, давай, наверное, возьмем Ярослава. Я возьму Ярослава. Так, где у нас тут? Бибоп, Донателло, Донателло и Рафаэль. Вот такая у нас будет компашка. Поехали. Так, ну что, надо начинать, наверное, с Эйприл. Хотя давай лучше... Нет, с Эйприл. Она хиллер сейчас начнет тут хилять всех. Я не хочу. Ты посмотри, а? Да упади ты в конце-то концов, а? Во. Так, этот в провокацию встает, это понятное дело. Другого я ничего не ждал. Крис бафает. Так, а вот Рафаэль, кстати, взял и повесил на себя контратаку. Ну что, нам в любом случае надо разбирать Тимми. Смотри, какой крепкий, а? А если так сделаем? Да. Не будем пока рисковать доником, да? Будем просто атаковать. У нас здесь два хила. Это Донателло и это у нас Бибоп. Они хилят. Да, Тимми мы разобрали. Теперь, наверное, будем Криса Брэдфорда разбирать. Но он довольно легкий. Так, последний удар по нему. Ну и все, остается лишь Рафаэль. Памс. Неплохой удар. Ну что, с двух ударов мы разобрали вражеского Рафаэля фильм. И дальше продолжаем с вами нашу эпопею в поединке на арене. Так, мы перелетим с вами? Нет, уже все, уже замедлились. Немножко нам не хватает, чтобы перейти в элиту две звезды, но ничего страшного. Так, Карен, Данимал и Вейн. Ну, давай, наверное, возьмем Карена. По-моему, это девушка, да, Карен? По-моему, это девушка. Хотя имя так звучит, как будто мужское. Так, Кейси Джонс, Донателло Космос, Джастин и Шинигами. Кстати, нам нужно будет зайти в магазин, посмотреть, накопили ли мы с вами достаточное количество жетонов и монет, чтобы приобрести что-нибудь. Так, ну что, Донателло Видение, давай Они Призрака вызовем. Упс, слабовато будет. Кстати, уровень-то уже какой? 28-й, да? А у нас только 32-й. Ну что, наверное, добьем мы его. Ну-ка, Донни, не подведи меня. Да ладно тебе, серьезно, что ли? Так, Крис, давай массово. Ой, массово так зачем? Джастин, господи, сейчас ты получишь от всех. Вот она, необдуманная, как говорится, стратегия. Не посмотрел, друзья мои. Давай, наверное, мы вот так сделаем. Угу. У него, по крайней мере, нету контратаки. Да хорош ты. И самое печальное, что у нас вот в этой пачке нету хила. Ну, на все компании хилов не наберешь. Их не так уж и много в этой игре. Да ё-моё. Я не могу Донни разобрать, ты прикинь. А он, по ходу дела, сейчас мне тут всыпет по первое это число. Так, все, минус. Теперь придется нам, наверное... Ага, в любом случае атаковать, да, надо. Так, уровень 27, 25. Давай вот так вот сделаем. Ать, не упала. Шинигами, ты главное держись у меня. Ты главное у меня держись. Так, Донни, давай просто бомбани по нему. Да когда у него там контратака-то упадет, а? Все, спала наконец-то. И мы его в этот момент добили. Замечательно. Так, ну уже вы поняли, да? Большие риски. Так что надо будет поосторожнее все это дело проворачивать нам.
Мы перешли в элиту 2 звезды, и позиция у нас 50-я. Так, Джастин, Арсений, Мария. Ну, давай я возьму Марию, наверное. Как-то сподручнее, да? Так, Мария, насчет тебя надо подумать. Бакстер Стокман 30 уровня. Возьму, значит, так. Саблезуба, Лео. Ну, в принципе, эта команда нормуль зайдет. У нас здесь с вами есть хиллер, у нас есть провокатор. Кожеголовый будет провокатором у нас, если что, да? И добивающий тоже, в принципе, есть. Но у них массовых атак очень много. Плюс хиллер. Плюс хиллер. Давай, наверное, начнем с Эйприл. Ну-ка. О, Пит, как ты слабо ударил, а? А Саблезуб еще хуже ударил. Так, давай баллончик тогда бросим. Во. Так, и мы можем взять провокацию на Лео. Ну, давай сделаем, наверное, вот этот вот массовый удар осколками. Так, минус Эйприл. Теперь берем провокацию на Кожеголового. Вот так. Я надеюсь, он нормально не упадет сразу у нас. Массовые атаки меня бесят. Так, у нас есть хил, но пока мы не будем его применять. Надо, наверное, караечку сейчас шлепнуть. И Бакстера Стокмана. Зачем? Зачем я взял провокацию, господи? Ну, давай вот так вот. Шокером его. Во, замедлили. И массовая атака. Все, друзья мои. Слушай, ну, у Кожеголового неплохая массовая атака, да? Когда вот он ложится и начинает кувырком крутиться. Надо будет прокачать ему, наверное. Так, мы с вами в элите 3 звезды, 71-я у нас позиция с вами. И мы продолжаем. Так, уже Лига Самураев на подходе, как мы видим. И, наверное, будем брать именно Бенджамин. 37-й уровень уже? Да ладно, серьезно, что ли? Я только начал играть, уже 37-й уровень. Так, у меня 40-е. Но это все равно опасно. Надо взять кого-то. Да не надо мне пока Острозуба. 37-й. Возьмем на всякий случай подстраховку в виде... Блин, я даже не знаю, кого нам взять. На подстраховку-то. Тимми, ты выдержишь, как думаешь? В принципе, 37-й. Тут еще Сплинтер. А Сплинтер у нас что делает? Естественно, у него автоматическая контратака, если прокачана. Но я буду надеяться, что Тимми... все-таки продержится здесь. Хила у нас, как всегда, тут нету. Массовая атака давай от наших кроликов. Слабая, ничего не скажешь. Защиту сделать, как думаешь? Нет, 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 нет. Нам нужно как можно... Да ё-моё, хотел ударить. Хотел ударить. Ладно, давай так сделаем. Так, Бибоп, пожалуйста. Да ну! Ну серьезно, что ли? Мы не можем пробить, прикинь. Во-во-во, понеслась. Я все-таки этого Рафика должен уничтожить. Отлично. Так, сейчас начнется. Ну, естественно, естественно. Лимонки. Донателло. Так, я попробую, наверное, вот этого Донателло оригинала вырубить. Вот так вот сделаем. Пумс. Шикарно. Теперь, наверное, возьмем... вот этого Доника в оборот. А ну-ка. Живой. Выжил, а? Да ну! Слушай, почему-то у нас уже наши вот именно бойцы, да, которые 40 уровня, а у него 35-го, они практически не наносят никакого урона. Меня это раздражает. Так, замедлили, да? Сейчас вот хорошо у нас провокация есть. Если бы ее не было, я думаю, у меня бы тут сейчас половина полегло бы. Ага, она уже исчезла. Так, давай. Тут вообще ни о чем удар был. Слабо, очень слабо мы с вами наносим атаки. Ну давай. Вообще никуда не годится, а? Да, что-то тут не то. Не может Рокстеди иметь такую силу и стойкость, чтобы, извини меня, каждый практически по два раза его ударил, и он все равно стоял.
Значит, будем еще осторожнее. Так, мы с вами в самураях. Я нас поздравляю, 97-я позиция. Ни одного пока проигрыша не было. Я опять это сказал. Я опять это сказал, да? Сейчас начнется. Сейчас будем сыпаться. Какой уже 41 уровень? Вы что, серьезно, что ли? Так, друзья, вы уж извините меня, но мне придется как-то немножко оторваться. Ну, 41 уровень, куда? Я еще даже 40-х не отыграл, а у него уже 41 уровень. Естественно, я взял Лео, который нам здесь, естественно, сейчас поможет. Естественно, со своей вертушки. И мы с вами хотя бы немножко бустанемся. Потому что, ну, это не дело. Так, давай, давай, не томи меня, не томи. Самурай, две звезды не светит. Но 35-я позиция, по крайней мере, есть у нас уже в кармане. И давай дальше. Димитрос, непонятно кто. И тут тоже непонятно кто. Поэтому давай, наверное, выберем вот этого вот посерединочке. У него больше кубков. Я опять же беру Лео. И раз, два, три, четыре. Ну ты посмотри, уже 42-й уровень. Да, враг не спит. Враг не спит. Естественно, тоже начинает играть в игру при откате, да. И, как говорится, сколько там? Наверное, минут как 15 назад она обновилась у нас. Поэтому все, естественно, туда ломанулись. И, как говорится, уровни сейчас будут на уровне. Уровни на уровне. Так, самурай две звезды. Но мне кажется, враг от этого проще не станет. Смотри, у нас тут Ра, Идрис и Джордж. Или Георгия. Короче, не имеет значения. Давай возьмем с тобой, наверное, вот этого вот Ра. Так, 40-й уровень. И попробуем с тобой сыграть своими силами. 45-й. Возьму Донателло. И, пожалуй, сюда нам нужно... Возьму, наверное... Давай нашего Доника возьмем. 71-го уровня. И попробуем здесь справиться. Так, инициатива у кого? У нас массовая атака, естественно, от Майки Космос. Замечательно. Так, теперь сюрики. Угу. Кирби упал, замечательно. И, скорее всего, добивочный. Или нет? Да. Всех ушатали. Даже можно было Донни не брать вот этого вот, 71 уровня. Но, опять же, откуда ты знаешь, да? Не возьми его. Возможно, все было бы по-другому. Так, самурай, две звезды, 19-я позиция. То есть мы с вами попадем в Сёгун сегодня, судя по всему. Так, Густаво, Серджио и Владислав. Ну, судя по всему, нам нужно драться с Густаво. 44-й уровень уже, 44-й, ребята. Так, Рокстеди, возьми... Да подожди ты, Слэш, не лезь пока, пока не лезь. Я даже не знаю. Давай возьмем Сплинтера и Паукуса. Как думаешь, есть шансы, а? Есть, но маленькие. Опять же, хила у нас нету с вами. Так что давайте налегать, наверное, на Паукуса и Сплинтера. Так, нам нужно... Так, сделаем усиление атаки. Это очень круто. Так, а теперь надо нам положить с вами... В принципе, либо Лео, либо Боксера Стокмана. Но попробуем со Стокмана. Оу, он не упал. Он у нас не упал. Так, отхил идет от Лео. Не очень, кстати, большой. Нам понизили с вами меткость. Это плохо. Все равно попадаем, да? Ну и слава богу. Да хорош, вот маузеры. Ну, сразу видно, да? Кто здесь слабое звено. Давай уничтожим с вами Бакстера. Теперь... А, массовая атака есть. Поджарим. Во! Вот это уже другой разговор. Уничтожаем с вами Донни. Дальше, наверное, будем брать Лео. Воу, моего с одного удара. Так, Мандагека. Ну, ты молодец, ты ускоряешься, но это уже, я думаю, тебе не пригодится. Так, Донни еще живет. Тихо. Главное, чтобы вот здесь... Баллончик. Какой-то вот этот Рокстеди ватный у нас. Который с огнеметом, да? Ну,
Да хорош, вы издеваетесь, что ли, блин? Не можете Донателло уже пробить. Я офигею с вас, блин. Ну, теперь-то вообще мажет. Все, друзья мои, нормуль. Выиграли с горем пополам. А почему мы с вами не могли попасть и наносили маленькие удары? У нас потому что была понижена меткость. Да, у нас с вами прицел, так сказать, сбит. И мы с вами в самурае 3 звезды, 68-я позиция. Уже близимся с вами к сёгунам. Так, Хэкон, Алексей и опять Джордж. Ну что, давайте с Алексеем, с тёзкой с моим подеремся. Так, тут какой уровень-то? 45-й, 46-й? Оу, раз, два, три, четыре. Без Леонардо здесь не обойтись. Это ясен перец. Друзья мои, нифига себе, 46 уровень. Я еще не всех отыграл, а они уже такие левлы мне подгоняют. Ну что, погоди-ка. В плане. А почему я не взял с собой? Друзья, я не понял, а почему Лео я не взял? Там опять, наверное, на автоматике кто-то сработал у нас, да, я так понимаю. Твою же дивизию, а. Блин. Ну давай попробуем так сделать. Видимо, опять кто-то автоматом, ребята, записался у меня в мой отряд. Там, понимаешь, там нажимаешь на одного героя, почему-то автоматически сразу берется второй. О, месть. Это хорошо. Давай, мсти. Аллапекс, за всех. Да ладно, Ванюшу не можем уже уложить. Ну-ка так, слэш. Красава. Лео, четко. Слушай, ребят, ну, может быть, с одной стороны, и хорошо, что я его не взял. Может быть, и хорошо. Ну, да елки-палки, какая позиция-то? 19-я. Угу. Роберт, Ингрид, я... да ты достал уже. Он не отстает от меня, он так и хочет, чтобы я с ним подрался. Ну, ладно, так уж и быть, давай с ним подеремся. Значит, берем с вами. Раз, два, три, четыре. Так. А, я, видимо, забыл, друзья, сделать откат. Я на него кликнул. Как говорится, спешил. На него просто кликнул, а он же у меня в откате был. Вот из-за этого он у меня в команду и не попал. Хотя, если бы он не попал в команду, да, у меня бы она не была полной. Спешим, спешим, как всегда. Ладно. Так, здесь у нас победа. Мы с вами переходим в сёгун. 74-я позиция. Хочу, конечно же, пробиться в сёгун 2 звезды, но тут уже вряд ли у нас получится. Дмитрий, Владислав и Клей. Ну, давай возьмем, наверное, с вами Владислава. Возьмем Владислава. Так, здесь уже 50-е уровни, а я еще... Я только сейчас добрался. В общем, короче, все свои откаты я здесь, по ходу дела, и сплавлю. Хотя их там не так уж и много было, по-моему, 9 штук. А почему 9 штук? Потому что, чтобы сегодня мой персонаж оказался, как говорится, точнее даже я, в лиге мастеров одна звезда, мне в конце пришлось, ребята, очень много драться и пришлось очень много тратить откатов. А так бы я был бы, наверное, ну, в сёгуне, наверное, 3 звезды. Это максимально, что мне светило там. Ну, а я, естественно, хотел побольше для нас выбить осколков. Поэтому вот так вот все и получилось. Так, ну что, берем обратно Лео и в бой. У нас с вами всего лишь 2 отката осталось. Всего лишь 2 отката. Это, наверное, еще на один бой, это максимум. Потому что там уже дальше пойдет имба. Так, ну что, Рокстеди, валяйся. Сейчас посмотрим с вами, какие там противники и какие у нас персонажи еще остались. Ну, по-моему, еще очень много у нас полтинников. Так, сёгун, 2 звезды у нас взят. И теперь нам нужно определиться. Марио, опять этот Джордж и Ноунейм. Они абсолютно все одинаковые, практически по уровню. Но смотрите, здесь очень много серебра. Естественно, выгоднее нам брать его. Так, 55 уровень, да, у нас вот здесь 51. 51, я могу, в принципе, разыграть вот такую партию. Взять Рокзара, Армагошу и...
Ванюшу. Самое главное, чтобы у них не была сильно развита инициатива, да? Чтобы они стали ходить не первыми. Так, Рахзара берем, естественно, в провокацию. Дальше бросаем вот это стероид. Ага, минус 2. Плевок в душу. Естественно, мимо. Так, делаем крик. Нормуль. И добивает Ванюша всех. Ну, я считаю, неплохо сыграли. Отыграли, по крайней мере, некоторых персонажей. И сейчас посмотрим, на какое место мы с вами переместимся. Ну-ка, покажи мне, пожалуйста. Так, 86-е было и становится 47-й. То есть я могу подозревать, что нам еще два боя, и мы в Сёгуне 3 звезды. Только единственное, хватит ли мне персонажей. Так, давай-ка возьмем, наверное, мы Данте или Гаррет. Выгодно, скорее всего, нам брать Данте. Здесь есть один серебряный персонаж. Так, какие там уровни? 59-60, да? Ну ладно, возьмем так. И Зека. Ну, Зек сейчас бросит свою бомбочку. Они немножко притормозят, да, со своей прытью. Ну, а мы, наверное, будем с вами уже там разбираться с ними. Так, ну что, приступаем. Ну, давай Кунай бросим. Ать, тихо. Тихо, теперь крик. Минус 2. Так, и скорее всего... Нет, добить сразу не добьем. А Рафаэль, скорее всего, выживет. Но это мелочь. Это мелочь. Хвостом его. Все. Тоже очень хорошо у нас здесь получилось. Мне нравится. Идеальная победа. Никто у нас не упал. И вообще, я считаю, нормуль. Если бы, конечно, не Лео, у нас бы очень много было бы погибших наших персонажей. Слушай, действительно, мы с вами попадем в Лигу Сёгунов 3 звезды. Давненько такого не было, на самом деле. Давай-ка я возьму кого-нибудь пожирнее. Вот, Роза. Раз, два, три. Ну, в общем... Ай-яй-яй, опять Крис. Опять Крис Брэдфорд у нас с вами не отыграет свою партию, да? Жаль. Вот если бы у меня были бы все персонажи, у нас было бы с вами еще 3 дополнительных персонажа. Ими можно было бы сыграть каточку. Но Крис Брэдфорд один здесь, конечно, ничего не сделает. Хотя почему не сделает? Он 70-го уровня, даже 70 с лишним там. Он мог бы, конечно, подраться, но от него толку-то мало. Что мы там с вами заработаем? Да ничего. Откат, если, конечно, трогать. Но, опять же, из двух персонажей каши не сваришь. Ну, попадем мы с вами или нет? Да, конечно, попадем, друзья. Сёгун, 3 звезды, 67-я позиция. Я считаю, что это очень даже хороший результат. Так, теперь я хотел зайти в магазин и посмотреть, что у нас тут по предметам. Ну, вы видите, все это у нас есть. Так, монетки. Ай-яй-яй, ребята, смотрите, что мы с вами делаем. Опа. Оп. У нас прокачивается Леонардо. Так, а по жетонам 680, да? 680. Слушай-ка, мы можем с тобой, знаешь, что сделать? Ты смотри-ка. У нас здесь не хватает, да? 10 ДНК. Здесь не хватает 8. Так, конечно, будем брать. Конечно, мне этот персонаж нужен. Ух, неплохо. Мне нравится. Так, ну что, друзья мои, переводим нашего Леонардо классику на 3-ю бронзовую звезду. Вуаля! Так, черепашья сила. Леонардо бросает вызов врагам, направив на них катаны. Вероятность 100% снять негативные эффекты со всех союзников. С вероятностью 10% у всех союзников будет уменьшено время перезарядки способностей. Вот так вот, кстати, это неплохо. Это очень неплохо. Наконец-то у нас с вами будет Лео прокачиваться до какого? 45-й, по-моему, максимальный, да? Уровень, если я не ошибаюсь. Так, да, 45-й уровень это... А, нет, у меня не хватает мутагена. Ну и еще поднимаем ранг. Конечно же, переводим его в серебро. У нас все хватает для этого. Так, 200 осколков есть серебряных.
5000 мутагена. Ой, 5000 сюриков есть. Переводим. Опа. И он теперь уже в серебре. Ну круто, что я могу сказать. 45 уровень. Лео в серебре. То есть теперь на арене мы будем с вами на одного героя круче выдавать плюшек врагам. Ну что, я думаю, что на сегодня достаточно. Завтра мы пойдем с вами на испытание. Либо день Донни, либо космические странности. Кстати, давай посмотрим, кого нам тут вообще подсунут. Ну ты посмотри, ну ты посмотри. Ай, красота-то какая. Естественно, сразу можно сказать, что космические странности у нас будут пройдены полностью. То есть мы с вами заработаем по ДНК на каждую черепашку из космоса. Это уже радует. А в день Донни, кого нам дадут? Раз, два, три. Но здесь намного-намного хуже. Здесь у меня только лишь Бакстер Стокман и Железноголовый. Ну, с ними мы далеко не уйдем. Ну, я думаю, мы заработаем с вами Донни вот этого вот. Изведение, по-моему, да? Донни ролевой, скорее всего, тоже может нам достаться. А вот остальные, к сожалению, нет. Ну да ничего, ничего страшного. Всему, как говорится, свое время. Так что, ребятушки, всем пока, всем удачи. И до новых скорых видосиков.